уход за полостью рта больного ребенка. Здравствуйте, меня зовут Виктория Сергеевна. Я ваша медсестра. Скажите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество вашего ребенка. Иванов Иван Иванович. Я буду осуществлять ему уход за полостью рта. Скажите, пожалуйста, вы не против? Нет. Согласие получено. Обрабатываю руки гигиеническим способом, надеваю перчатки. Придаю пациенту удобное положение, голову в бок поворачиваю. Вокруг шеи обворачиваю полотенце. К углу рта подставляю лоток для сбора жидкости. Прошу пациента широко открыть рот. Салфеткой, смоченной антисептическим раствором, произвожу обработку ротовой полости, начиная с задних зубов к передним в направлении сверху вниз. Сначала верхний ряд зубов, далее нижний. Обработанный материал помещаю в глаз отходов Б. Повторяю данное движение 2 раза. С одной стороны и с другой. Далее сухими тампонами удаляю оставшуюся жидкость. Салфетку помещаю в класс отходов Б. Далее прошу пациента высунуть язык. Если он этого не может сделать, то обворачиваю язык салфеткой и вытаскиваю вперед. Обрабатываю антисептическим раствором язык в направлении от корня к кончику. При этом при каждом движении меняю салфетки. Прошу у пациента выплюнуть оставшуюся жидкость. Полость. Верхнюю губу отводим кверху. Вторым шпателем, смоченным антисептическим раствором, обрабатываем зубы верхней челюсти и слизистую оболочку. Далее меняем салфетку. Обрабатываем также нижнюю губу, слизистую оболочку и зубы нижней челюсти. Меняем салфетку. Далее производим орошение ротовой полости. Далее обрабатываю вазелином трещины слизистой и на губах. Далее полотенце убираем. Придаем пациенту удобное положение. Использованный материал утилизируем в контейнер с отходами класса Б. Снимаем перчатки, обрабатываем и помещаем в отходы класса Б. Обрабатываем руки гигиеническим способом. Убедились, что пациент удобно лежит и у родителей нет ко мне никаких вопросов.